что, друзья мои, вот мы и в Одессе. Мы тут первый раз, и что я вам хочу сказать? Мне здесь лично очень понравилось. Не знаю, что больше повлияло на мои ощущения. Море, отличная погода, когда мы там находились, невероятный аромат от цветущих повсюду акаций и каштанов. Друзья мои, если вы хотите знать, чем пахнет Одесса, она пахнет цветами. Весь город засажен каштанами и особенно акацией. И вот этот медовый запах, он пропитан буквально, вот каждый кусочек Одессы пропитан вот этим медово-цветочным ароматом. Ну или харизма старого города, красивых площадей, памятников, старинных улочек, этих непередаваемых одесских двориков. Не знаю. Скорее всего, все наложилось в одно мощное и прекрасное впечатление. Да, и тут самая зачетная шаурма, которую я пробовал. Она реально огромная. Отличная шаурмятная. Вот это маленькая. Я не знаю, как я ее съем. А есть еще большая. Заказывать не стали рисковать. Погуляли мы по старому городу, впитали эту ауру, было просто зашибись. Арман Эммануэль София Септемани де Веньера де Плюси, граф де Шенон, герцог де Гиньон, герцог де Фронсак, пятый герцог де Ришелье. Это его полные титулы. Здесь в простонародье Эммануил Осипович Ришелье. Знаменитейшая личность, градоначальник, который добился беспошлинных ставок для порта, благодаря чему Одесса буквально расцвела и выросла, похорошела, стала просто центром этой прекрасной земли. Поэтому первый памятник, естественно, такому великому человеку. Хотя я не пойму, почему Эммануил Осипович, Арман Эммануэль, понятно, Эммануил. А Осипович, с какого перепугу? По-моему, папу его звали Анри. Ну, можно было Анриевич какой-нибудь. Ну, Осипович так Осипович. Ну, а потом начался фестиваль. Ну что, друзья мои, второй день фестиваля, первый день. Не было времени вообще, народа навалило, Одесса вся здесь была. Да, не только Одесса, а со всей Украины поприезжали, иностранцы даже были. Так что день был очень загруженный, немножко видео о том дне я поснимал. Вот. Ну а сейчас второй день, готовимся, суббота. Вот решили поймать организатора Стас.
Расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, этот фестиваль? Стал шире чуть-чуть, чем в прошлом году. Я извиняюсь, какой это по счету вот, фестиваль одесский? Это 9-й, получается, фестиваль пива в Одессе. 9-й уже? 9-й, да. Первый был в 16-м году. А этот фестиваль 3-й, соответственно. Я понял. То есть до этого года были платные, как в классическом формате проходили, то есть оплата за вход, взнос, гость получает бокал. Вот. С прошлого года мы ушли от этого. Тоже здесь, в Дюковском парке? Да, в Дюковском парке, да. Так как эта территория парковая открытая, вот, но является в аренде, скажем так, долгосрочной, то мы имеем более широкий ресурс, да, для проведения таких мероприятий, чем если бы это было на городской территории. Вот. Чем, собственно, и пользуешься. Ну да. Ну круто. Вчера, конечно, народу поднавалило нормально. Формат, в общем-то, мероприятия вот с прошлого года революционный. Мы долго боялись, долго думали, как выйти из ситуации, да, то есть со свободным входом. Ну да. Вот. Ну и в итоге вы сами все видели, как оно работает. Ну ничего, да, работает. Вроде работает. Работает неплохо, да. Есть свои нюансы, как туда, опять же, связанные с тем, что публика не сегментируется, а аудитория совершенно смешана. Вот, понятие отдыха у людей совершенно разное. Ну да, некоторые отдыхали там до упорок. Да, то есть, ну а в целом такой формат имеет место быть. И, в общем-то, как говорят некоторые гости, которые были на Октоберфесте, говорят, вам чуть-чуть и почти Октоберфест. Да? Да. Ну, по планам, значит, развиваться. Планируем развиваться в этом направлении. Мы с каждым вот новым фестивалем, то есть у нас детализация, то есть это если, к примеру, участвовать на всех мероприятиях, да, наших, то с каждым мероприятием, да, ну, видно, что что-то изменилось, какие изменения происходят. То есть с каждым новым мероприятием мы какое-то новое вкрапление пытаемся внедрить, пробуем, что-то отбрасываем, какие-то, скажем так, моменты. Да, что-то обрежевается, ну и так потихоньку. А по локации не думали менять локацию? По большому что счету. Она маловато становится? Она маловато, да, нам дали на следующий год еще выпускную территорию до Большого пруда. Ага. Мы ее пока не осваиваем, так как здесь эргономика вот этого пространства, она более понятна, и она уже освоена. То есть она освоена с электротехнической точки зрения, она освоена с точки, ну, понятно, зрения. Все подготовлено. Да, уже. То есть это уже понятный, отработанный формат, понятно, кто где стоит. То есть это тоже огромный труд, как говорится, огромное количество проб и ошибок, шишек, ну, которые понятно. Мы уже заживили, залезали, ну, раны, да. И мы уже работаем как бы в этот год. А в целом, как бы, есть предложение переместить формат в более широкие локации, в частности, ну, морские локации, приморские. Мы пока будет. Рассматриваем этот вариант, потому что это опять же связано с новым освоением территории, опять же шишками. То есть поэтому принято решение пока что поселить пивной фестиваль до его, так сказать, пока он в разумных, ну, понятно, размерах, да. не расширился, поселить его все-таки в Дюковском парке, вот, отработать эту локацию, тем более с нашим появлением здесь начали происходить изменения впервые там, за 50 лет. Вот, ну, круто. Начали чиститься пруды, появляются подсветки, ну, пруд, да, дорожки. Да, видно, так, что да. такое подзаброшенное, конечно, там и разрушенное здание, да, есть, пруд такой немножко подушатанный. Да. Поэтому Берфест стал, скажем так, триггером, да, для того, чтобы начали шевелиться, улучшать ландшафт. Да, конечно, потому что огромное количество людей, вы сами видели, как бы, да, общественность, она шумит, она нервничает, она радуется, она гневается по поводу этого парка. То есть, ну, получается патриотизм, да, вот, а вот рыбка, что с рыбками случилось, а вот наконец-то, кто-то говорит, что наконец-то, кто-то говорит, что ну его нафиг, вот, все здесь, как говорится, загадили и так далее. Ну, мы стараемся как-то между всех слоев. Двигаться в своем направлении. Да. Понятно. Ну, желаю развития, желаю еще более масштабирование вашего фестиваля, перенос в более там большие локации или улучшение этой локации. Будем стараться. Так что... Будем стараться, двигаемся. Всего-всего. Спасибо. Спасибо.
Рад вас видеть на нашем фестивале. Да, спасибо. Ну а праздник продолжался все выходные. По примерным подсчетам фестиваль посетило более 15 тысяч человек. И это было в мае, когда отдыхающих практически не было. Что же будет в августе, в конце августа, по-моему, с 20 по 24 августа будет летний фестиваль в Одессе. Я думаю, наплыв вместе с отдыхающими будет еще серьезнее.